169 карагандинцев не вылетели в Турцию. Ночной рейс «Караганда-Анталия» внезапно был отменен. Все подробности случившегося у Бакытгуля Касовой. Этой ночью в 3 часа 40 минут 169 карагандинцев должны были вылететь в Анталию. В последний момент в аэропорту Сарыарка объявили об отмене рейса. Они объяснили это тем, что туристская компания «Гульнар-Тур» задолжала им более 4 миллионов тенге. Представители «Гульнар-Тур» утверждают, что аэропорт их не предупреждал об отмене рейса. По поводу ночного нашего инцидента, он произошел из-за того, что наш аэропорт поступил незаконно по отношению к авиакомпании, по отношению к нашим туристам. То есть мотивирует тем, что «Гульнар-Тур» 2 месяца не оплатил ему ни одной тенге. Это просто-напросто, ну как вам сказать, если грубо говорить, это ложь. Сегодня перелет будет, да? Конечно, конечно. И обратно они смогут? Конечно, ну конечно. Вчера ночью экипаж самолета был готов осуществить перелет. Но из-за отмены рейса туристы остались в Караганде и просидели всю ночь в аэропорту. Потом мы выяснили, что, оказывается, они были готовы принять пассажира, а аэропорт не провел должную регистрацию. Начальник аэропорта один раз вышел, сказал, что вся вина лежит на «Гульнар-Туре». Они делали им оповещение, но ни один человек с ними не связывался. Сегодня мы приезжаем в «Гульнар-Тур», они говорят, нет, это аэропорт должен. Представители «Гульнар-Тур» заверили туристов, что сегодня в 21:00 горожане смогут вылететь в Анталию. Туристская компания обещает выплатить им материальный ущерб. В аэропорту нам сообщили, что они в течение 2 месяцев отправляли уведомления в «Гульнар-Тур» о том, что рейсы не будут осуществлены из-за задолженности. По словам сотрудников аэропорта, представители туристской компании вчера ночью не присутствовали при отправке пассажиров. Бакытгуль Укасова, Аргын Умыр, Артем Ковалев, 5 канал.